Сегодня в России отмечают столетие транспортной полиции. Ульяновские главные торжества прошли в киноконцертном зале «Современник». Свой профессиональный день отметили работники подразделения обеспечения правопорядка на железнодорожном, воздушном и водном транспорте МВД Российской Федерации. 100 лет – это очень большой срок. И, безусловно, востребованность вашего службы была доказана временем. Сколько бы ни проходило в нашей системе реформ, служба транспортной полиции остается востребованным обществом. Ее цели и задачи понятны и ясны. В этот день транспортные полицейские устраивают показательные выступления и выставки используемого оружия. Отличившиеся работники получают медали и звания, награждаются почетными грамотами, благодарностями, премиями. А самое главное, не забывают про ветеранов-транспортников, которые службе отдали не один десяток лет. Работу свою люблю и любила. Относилась к ней со всей ответственностью. Не обращала внимания женщин или мужчин, вместе с мужчинами по командировкам ездили. У нас на транспорте, транспорт. Этому подразделению посвятил 20 лет. Пришел в августе 1974 года и на пенсию ушел в 1994 году. Да, только в октябре 1994 года. 15 лет я был замначальника и 5 был начальника милиции. Прежде. Вот это дело. У меня было 457 подчиненных, 227 офицеров. На праздничном концерте всех собравшихся приветствовала вокальная студия «Забава». Ульяновские танцоры подарили зрителям несколько своих лучших номеров, а инструментальный эстрадный дуэт зарядил позитивом на всю рабочую неделю. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.